А, привет, татары! А именно город Казань. А, вы всегда спрашиваете, когда Абу Шоу приедет к вам. 18 июля в 20:30 в стендап-клубе на Баумана будет Абу Шоу. Билеты снизу. Скорее, переходи по ссылке, покупай билеты. В 20:30 18 июля я еду к вам в Казань. Я жду именно тебя. Очередной выпуск Абу Шоу в Санкт-Петербурге в стейдже. Вот петербуржцы, давайте поаплодируем. Петербуржцы, вот они, вот они. Если что, меня зовут Недаль. Если вы первый раз на канале и думаете, что здесь происходит. Суть шоу очень простая. Я сажусь рядом с людьми, даю им микрофон. Они рассказывают какие-то истории, я их разгоняю. А вы в комментариях уже пишете, что пиздато, что нет. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы хотите нас поддержать, ссылка в описании. Давайте поаплодируем всем, кто нас поддерживает. Спасибо вам. И самое главное, как только вы зашли на канал, сразу подпишитесь, чтобы ничего не проебать. Все, давайте начнем. Поаплодируем, спасибо. А это вообще будет некомфортный разговор, блядь. Есть такой. Ты очень близко. Ну, пиздец. Ну, такая, блядь, передачка, нахуй. Как тебя зовут? Рамазан. Ты с кем пришел, Рамазан? Не, я один пришел. Если честно, я это понял, просто хотел тебе напомнить. Так. Да. Че, часто ходишь один, Рамазан? Вы же вроде, блядь, толпами ходите, нет? Все, блядь, компашками нахуй там что-то. А ты один, Рамазан? Не, сегодня один. Сегодня один? Да, да. А где остальные? Работают. Работают. А ты проебщик, Рамазан, да, блядь? А я не работаю. Ты не работаешь? Нет, не работаю. Ну я же говорю, ты проебщик, Рамазан. Так. А что, давно не работаешь? Ну, неделю, наверное. Неделю? Ты уволился? Да, да. Это... Или сдали объект. Что случилось? Расизм. Так, если вы не поняли, это расизм. Что, почему уволился? Ну, надоело просто. Вот решил отдохнуть. Отдохнуть? Да. Я просто недавно в Питер приехал. Ты же любишь Питер. Я люблю. Очень любишь. Очень люблю. Я прям такой, Питер, пиздец. Так, все же любят Питер. А кто приезжий вообще? Поаплодируют приезжие. По-моему, не видно, а по Рамазану видно. Так, расизм. Мой старый, добрый, любимый расизм. Так, откуда ты приехал, Рамазан? Ну, до этого с Москвы. Там объект сдал. А вообще с Омска. А, ты с Омска. Ну, да. Типичная Мич. Ну, как да. Все, в принципе. Ты давно уехал с Омска? Кто-то есть с Омска? Никого. Спасибо. Пожалуйста. Ну, блин, месяца три, наверное, назад. Месяца три. А чем же занимался? Откуда уволился-то? Я сейчас скажу, ты у меня заберешь микрофон. Не-не-не. Ну, работал в IT, но я маркетолог. Мне нравится, как все такие, айтишник, пизди его. Держи! Так и было понятно, тем пахнет клавиатурой, блядь. Так, че, откуда? Маркетолог, короче. Маркетолог? Да, а да, почему да, думаешь, я тебя? Маркетолог это... Как... А, нормально еще? Это нормально еще. А, окей, нормально. Окей. Видишь, никто не хлопает. Заебись вообще. Это... Все такие, маркетолог. А что, ты уволился? Короче, сейчас ищу работу. Можешь подскажешь, что? Можешь подсказать, что-то. Да. Ну, хорошо. Массаж умеешь делать? Тогда не подскажу. А чем думаешь заняться? А сколько ты в Питере вообще? Слушай, я до этого жил уже в Питере. Куда? Извини, я не в курсе. Да. Мне никто не звонил. Рамазан в городе, блядь. Ты... Чисто большие баннеры. Ты уже жил, а потом что-то... Да, пошло. Короче, здесь в Питере где-то там месяца уже два, получается, а до этого полтора года уже прожил. А, полтора да, года? Да, да, да. Полтора года когда это было? Ну, года три назад. Года три. Почему да. Уехал? Надоел Питер. Вот так, да. Самое время забирать микрофон. Ну, захотел в Москву. Ага. Интересно было просто. А потом уехал с Москвы. Почему?
Москва тоже надоела. Большая, невозможная. Блядь, я не угодите, ебать, Рамазан, блядь. В Омске слишком мало, блядь, людей. Здесь что-то, наверное, слишком много наркотиков. А в Москве просто много, блядь, всего, да? В Москве очень много всего, да. Очень много всего. Так, и что, как с собой на время проводить? У тебя много татуировок. Что на шее за татуировка? Ой, не спрашивай. Ужасная татуировка. Да у меня две. Вижу. Да. Поэтому. А что там написано? Федор, блядь? Федор, да, Федор. Что там написано? Фредо? А, нет, там написано с английского «свобода». А, freedom. Да, 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 да. А выглядит как Федор, блядь. Я смотрю, отсюда все это. Чисто Федор, блядь. Ладно, ну, это, блин, подростком был, поэтому сделал. Подростком был? Да, да, да. Мы все были подростком. Смотри, у меня нихуя нет. Так. Спасибо, что похлопал, я оценил, да. Мы за мной вместе чуть-чуть поугарали. Ну да, я с ним побежу, не переживай. Они еще такие, ну это хуевая шутка. Вот, пиздаться. Так, а здесь что за татуировка? Там Freedom, а это что? Просто понравилась татуировка, ну сам эскиз и все. Там змеи и все такое. А, змеи. Да. Такой ты человек, да? Да, змеи, да, нравится. Да, да. Угу. Клещей тоже любишь? Нет. Сейчас как раз сезон пойдет. Нет, не хочешь клеща, нахуй, на руку? Нет, нет. Так, а почему один? Друзей нет, Рамазан? Нет, здесь есть парочка людей. Здесь никого нет, нахуй, Рамазан. Не надо выдумывать людей, блядь, не надо. Где они, эти парочка людей? Ну вот, работают. Работают? А они маркетологи тоже? Один маркетолог, другой айтишник. Другой айтишник. Хорошо, что не взял их. Так, мечта что-то, есть какие-то планы? Чем Рамазан будет заниматься? Алкоголь, есть работа для Рамазана? Что, да, я маркетолог. Посуды дома никого нет, блядь? Вебкам? Ну, это такое, блядь. Не-не-не, у меня сосед, модератор вебкам-студии, не надо. Не интересно. Попиздите еще чуть-чуть. Не, интересно, у меня сосед, а вы уж с соседом угорали. Ты зашел к нему в хату, он такой, проходи, сейчас я... Сделай пока чай, Рамазан, я быстро... Слушай, мы бухали, и он сидел, модерировал, там в чат писал, что такое, и все. Мне интересно. Такое слово красивое, моделировал в месте, где все дрочат, блядь. Сейчас, что он там моделировал? Так он в чат там пишет вот это все. Ты же знаешь. Я знаю, конечно. Да. Ты ведь тоже знаешь. Да. Пришел, блядь, к другу. Он такой, проходи, давай попереписываемся. Так, да и что, чем будешь заниматься-то? Да так же, наверное, вообще думал сменить профессию. Ну... Но пока нет такой возможности сменить. Поэтому, наверное, так же уйду в маркетинг. На потом в Москву, компанию. Блядь, потом в Омск. Ну, типа, давай, план такой. Потом через 4 года мы встречаемся, вот я вернулся. Да. Я желаю тебе удачи, Рамазан. Спасибо. Удачи, спасибо. Дайте вам удачи. Стойте. С документами помочь? Что случилось? Да. Что такое, Рамазан? А к тебе вопрос есть. Ну, пойдем нахуй. Пойдем по бездимам. Федор, блядь, что? Какой вопрос? Слушай, даже два. Да, не охуеваю. А ты гастролируешь? Да. Да? Завтра мы поедем снимать с Костей в Москву. А что такое? Нет, а вот кроме Москвы еще куда-то ездишь? Ну, езжу, да. Это... Тебе перечислить, блядь, куда я езжу или что? Да, можно. Куда зовут, туда и езжу. В разных городах снимал. Все, а хорошо. До карантина мы еще в Эстонии и гоняли, часто выступали. Вот. О, в Эстонию? О, да, ничего в Эстонию. Себе. Ну что, не лох я, ебать? А? Думал, только ты нахуй гастролируешь, блядь, да? Я тоже гастролирую. Вот, это все? Это вопрос. Не, можно еще один вопрос, да? 300 рублей. Тогда вопросов нет. Все, спасибо тебе, спасибо большое, давайте поаплодируем. Так, ты первый раз... Да? Все. Так, ты не айтишник? А, бля, есть айтишники сразу? Есть? Нет? Вы айтишники? Девочки-айтишники, ладно. Ты айтишник. Ну, все. Ты, блядь, свободен, ебать. Хотя я мог понять по твоей одежде, блядь, что ты как раз приземлился, блядь, с космоса, нахуй. Так, а вас как зовут? Саша. Саша. Поаплодируем Саше, поаплодируем Саше. Так, Рамазан. Давай, как будто мы с тобой теперь вместе, блядь. Вот так. Повернись, да. Друзья. Ну что, Саша, блядь, да хуя у тебя вопросов ко мне. Чем занимаешься? Рамазан, ты из Петербурга? Нет. Откуда? С Карелии. С Карелии? О, с Карелии, Карелия. А Карелия, какое именно место? Петрозаводск. Петрозаводск. Были в Петрозаводске? Были, такое.
Блин, такой, ты давно переехал? Такой, я знаю, что недалеко. По сравнению с Костомукшей, блядь, все недалеко. И, ну, Петрозаводск такой. Я был несколько раз в Петрозаводске. Чем там? Ты переехал жить сюда? Чем занимаешься? Ну, я не героинщик. Ты не героинщик. Ну, тоже продажа. Тоже. Ты это, блядь, один шаг, нет? А что продаешь? Блядь. Я так люблю, когда у людей спрашиваешь про их жизнь, они такие, блядь, я этим занимаюсь, я серьезно сейчас это вслух скажу. Ну, на самом деле, тоже продажи, только техника и все остальное. Техника? В Эльдорадо где-то работаешь? Ну, почти. Ну, тут побольше. Ну, давай я буду угадывать, блядь, магазины перечислять. М-видео? Не-не, там всякие корпоративные, оптовые, большие и так далее. Где нахуй работаешь? В Петербурге. Ладно, ты с кем пришел? У тебя есть друг? Да, друзья, коллеги. Тише, тише, тише. Друзья, коллеги, да? Смотри, тут целая компания, блядь, сидит, да? Я тоже был в Москве. Да не надо его поддерживать, блядь. А. Так, это твои друзья, коллеги. Давай. Кто друг? Это друг. Он поближе сидит, да? Да. Ага, иди сюда, нахуй. Че, думаешь, блядь, одни дружите? Так, секунду, кто там проходит? Почему опоздали? Вы опоздали? Сказали, что вы можете придраться почему-то. Вот, я поэтому и спрашиваю. И вас не обманули. Вы почему опоздали? Хотя я получу деньги, чтобы меня еще не обосрали. Что? Да. За это и платят. Это шоу-бизнес. Все. А вы уже так быстро обиделись, что ли? А вы случайно оказались или что? Засмущались? Да не смущайтесь. Тут Рамазан вообще, блядь, один пришел. Так, а вы знали, куда пришли? Ты чисто, бля, просто по карте выбираешь, куда пойти, да, такой? Вот сюда, бля, пойду. Точку поставил, приехал. А вы не в курсе, что происходит, да? Толпа безработных. О, нихуя себе. Давайте все повернемся на него, посмотрим. Такого, бля, безработными назвал, ебать. Пиздатый человек сидит. И весь вечер давайте на него смотреть, блядь. Он такой, добро пожаловать на угол, блядь, восстание Некрасова. Так, извини, он просто пока интереснее. Так, что ты, как свободный день проводишь? Что, блядь, пытаешься поднимать стакан, блядь, или что такое? Все, поднял. Пьешь? Не сажусь хотя бы на нем. Пьешь? Я, да. Сейчас кто-то посмеялся, не сажусь, блядь, да? Мне нравится, что по одному извращенцу, блядь, по боку здесь один, блядь, и там чуть. Так, а часто пьешь? Не, я считаю, что нет. Ты считаешь, что нет? А факты? Да нет, тоже. Не-не. Да? Уже нет? Уже нет. И значит, ты просто бухаешь? Да. Толки нет у тебя? Да. Ты сейчас, блядь, вспоминал такой? Такой. Есть одна, но это тёлка бати. Мать моя. Че, давно нет, че, девушка у тебя? Рамазан, я у тебя не спрашивал, но ты как, тёлка есть? Ну ладно. Да все нормально, Рамазан, че ты съешь колбаску, блядь, так. Давно нет девушка у тебя? Да. Охуенно, что ты, блядь, одним просто... Да. Я долго думал, но... Клей пробовал? Да. А как давно нет девушек? Месяц. Месяц. Не так давно. Че, вы расстались? Да, блядь, проснись нахуй. Да, блядь, я сплю. Кто-нибудь, блядь, из друзей, ну, щипните его, я хуй знает. Что случилось? Что случилось? Да они лучше расскажут, на самом деле. Они лучше расскажут про твою тёлку? Ну, когда к микрофону будешь. Да, бля, все мы с ней расстались недавно. Она... Все же знают. Ладно, так ты сейчас в поисках ищешь другую женщину? Нет, нет, вот я бухаю, мне нравится пока так. Интересно, почему вы расстались? Так, нет каких-то... А планы есть какие-то? Я думаю, пока допиваю. Там дальше посмотрим. Конечно, блядь, вообще. Ну, кто-то целенаправленно. Есть вопросы? Рамазан, нет, пизду нет, на кухню, нет. Блядь. Там надо быстро это, подлатать посуду. Так. Будет охуенно, если Рамазан зайдет, там сразу... Я просто думал, через одного будет спрашивать. Я не подготовился. Я тоже думал. Так, что, есть? Нет вопросов? Нет, вопросов нет. Все, мечта?
Такая, в смысле, настоящая или... Нет, фальшивая. Да. Фальшивая есть, не работать. Не работать. Вообще никогда. Хорошо. Больше. А почему? Чем ты будешь заниматься, если не будешь блядь, работать? Ничего не делать буду. Ничего? А тебе вообще нравится? Типа... Мне очень нравится ничего не делать. Почему? Потому что ничего не делаешь. Я не знаю. Не знаю, да, сидишь? Вообще, блядь, да. Стенку смотреть. Еще 3 дня так посижу, блядь. Блядь, неделя. А кто хочет ничего не делать? Просто ничего не делать? Это же разве... Вот, все, вы... Вот. Бля, снимите хату вдвоем. Вот наша мечта сбылась. Я желаю тебе удачи, давайте поаплодируем. Отлично, спасибо. Спасибо. Давай, микрофон. Так, ты айтишник, а можешь сделать? Вы в первый раз? Нет? Мы с тобой общались? Ну все, расслабься, пожалуйста. Если у тебя история... О, мне нравится как чел. Ох, бля. Ого. Ну, это мутная хуйня, братишка. Ты бы похлопал по плечу. Ну, ты хуйню, конечно, сморозил, да? Так, извини, пожалуйста, я понимаю, что тебе комфортно, блядь, но мы не ради тебя здесь. Вам как там, пизда-то? Переживаю. Вы чуть-чуть опоздали? Все нормально, все нормально. Все. Вы знаете, как меня зовут? А вас как зовут? Михаил. Очень приятно. Так, а я не скажу. Вас как зовут? Анна. Анна. Давайте поаплодируем Анне, поаплодируем. Так, Анна. Я уже забыл, блядь. Продажи. Федор, ты чем занимаешься? Ой, обязательно говорить. Нахуй, в пизду, блядь, я даже не буду лепать. Нет, не обязательно. Давай. А почему не обязательно? Люди, так, ты что, корку не доедаешь? Ее тоже обязательно доесть надо. Хотите? Угощайтесь. Блядь, ебать ты, пиздец! Ты вы видели? Он корку зажал, блядь. Ебать ты, ты густой, блядь. О, держись за этого чела, он, блядь. Кормили, заебать, блядь. Он такой, это мои тёлки. Это мои тёлки. Реально? Ну ты жлоб, ебать. Ты, наверное, хлеб с песенью, пиздец. Никуда ты выкидываешь, дура. Извините. За тебя извиняюсь, блядь. А ты еще историю снимаешь? Пиздец, сними это видео. Жматяра! Жматяра, зажал, блядь, зажал, вот это, зажал. Пиздец, конечно, да. Че, ты чем занимаешься? Хотя похуй. Жматяра! Так, это твой бойфренд, давай перейдем. Нет. Нет? А кто это? Нет. Это не твой бойфренд? Нет. Стоп, подожди секунду. Познакомься. А это вообще ты ела или это все его, блядь? Можешь кусочек? Нет, блядь, ты что? Ну так угощайтесь. Да уже спасибо, не надо. Это... Я да, не надо, не помогу. Не надо. Это, а кто это, твой друг? Да. Да, он за тобой ухаживает? Ну, видимо, нет. Хочет покормить. Вообще-то ухаживает, видимо, блядь, добытчик. А вы там дружите? Чего тут, блядь, махинация? А, меню? Извините. Пару лет. Пару лет. И он за тобой не ухаживает? Нет. Или нет. Я не знаю. А ну-ка дай-ка ему трубку. Ты за ним ухаживаешь? За ним, блядь. Ты же за тобой ухаживаешь? Как тебя зовут? Валера. Валера, поаплодируй. Валера. Валера, а ты всегда такой жмот был? Мне просто интересно. Ты такой... Ты ухаживаешь за ней? Мы... Пожалуйста. Давай. Так, вы? Мы коллеги. Так. И так как я давно смотрю твои видосы, и мне просто хотелось привести ее сюда и показать, что здесь происходит, чтобы она офигела, и вот она третья. И дала тебе, блядь, да, или что? Чтобы она офигела, как смешно, пизда-то все. Да, пошел по тропинке Жабо, который... Жабо уже полгорода выехал так, блядь. Жабо пиздец. Он иногда мне пишет, спасибо тебе большое, блядь. На самом деле, раз уж микрофон достался мне, я хотел... Песня, блядь! Сказать, что я сам из Курска. И, Славяный край, да? Пацаны, которые узнали, что я иду сегодня на стендап, они просили передать тебе приветы от всех. От кузена, от Джонни Ди. От Кличина. Ты из Курска, Джонни Ди из Курска передает, блядь. Там чисто чел на хате сейчас с бульбулятором, бля. Привет. Привет от Джонни Ди, это я.
Все? Пацаны, да? Все. А, ладно, его снимай. Так, а так, что, так, пацаны, Джонни Ди, они тоже смотрят. Они, ты переехал, ты здесь живешь? А, да, ну, давно переехал из Курска. Ты что, он тебе нравится? Ну, конечно, посмотри. Смотрю. Так, и что ты за ней не ухаживаешь-то? Ну, так, коллеги. И что? Кто ебется с коллегами? Все, кроме тебя! Они прям рядышком сидят такие. Извините, коллег можно ебать. А как свободное время проводишь, помимо того, что преследуешь ее? Смотрю твои видосы, так, играю в шахматы и, не знаю... Одновременно, блядь? Я думаю, пиздец, пиздец, хуй залупа. Ладно, а как думаешь ее завоевать, если ты за ней? Сколько ты ухаживаешь за ней уже? Ну, получается, два года знакомые. Вы отсюда уйдете и будете просто молча в транспорте. Тогда так и будет, я знаю. Так. Сколько? 2 года? 2 года, да. А она выебывается до сих пор? Получается так. Да? Он врет? Ну-ка, дай-ка ей микрофон. Никто не ухаживает ни за кем. Дай-ка микрофон. Ты ухаживаешь за ней? Ну, 2 года. Что тебя не устраивает? А как ты ухаживаешь? Давай-ка, что ты делал, чтобы она такая... Ва! Ну вот я подумал, что 4 сыра, это будет самый разъеб сейчас. А, да. И сам съел, блядь, да? Бля, сейчас 4 сыра бы въебать, конечно, бля. Слушай, будешь со мной встречаться? Неж. Ладно, какие-то планы, мечты, что-то есть у тебя? А, вопрос, наверное, когда ты в Курск в следующий раз? Ой, блядь, я был один раз в Курске. Я знаю, но когда в следующий? Курск такой город, все комики такие, бля, Курск. Но Павел Дедищев. Павел, нет, Артем Винокур, Максим Евдокимов, я все это мои, да, друзья. Но суть в том, что... Короче, я там выступал, есть выпуски, вот я рассказал, я там выступал, когда? 7 лет назад. И это было отвратительно. Это как будто гештальт. Я жду, когда меня позовут еще раз. Мне как-то один раз написали оттуда, но потом почему-то сами передумали. Надо распространить это видео, чтобы позвали уже наконец. Нет. Да, такое чувство. Курск, если вы готовы. Джонни Ди, бро. А второго как зовут? Кличин. Это фамилия. Тебе объясняет Рамазан. Это не мне объясняет. Сергей Кличин, это фамилия. Серж Кличин, кто еще? Кузен. Там чисто один афроамериканец, блядь, сидит. Кузен Кличин и Джонни Ди, оплатите мне приезд, я приеду к вам в хату. Чисто с ними через месяц вчетвером на кухне, блядь, с батлом. Спасибо тебе большое. Спасибо, давайте поаплодируем. Спасибо. Так, а давайте теперь вот этому человеку дадим, который внезапно ворвался в диалог. Давай-ка. Я же не рад, что ты на меня смотришь. Я не на вас, я смотрел. Ну криво, смотри прямее, ну. Этот человек в очках, блядь, говорит, нахуй. Ну так они для того и нужны, чтобы смотреть прямее. Сними очки, блядь, и попади в меня. Так, как вас зовут? Погоди. У меня для тебя сразу встречный вопрос. Нет, в конце вопрос. Ты сказал, можно вопрос? В конце вопрос. Просто мы с тобой в зеркальной ситуации абсолютно. Ты не знаешь, как меня зовут и чем я занимаюсь, и я не знаю, как тебя зовут и чем ты занимаешься. Ты, там есть, короче, канал Абу-шоу, зайди. Вот, короче, ты мне можешь его забить на YouTube, я реально хочу посмотреть. Вот, а ты с кем пришел? Это мои подруги. Ну вот они пусть забьют. Вы же знаете, кто я? Или тоже не знаете? По-моему, нет. По-моему, никто не знает. А как вы здесь нахуй оказались? Вы просто смотрите, какой-то чел, блядь, со странным именем, блядь, ну типа, и просто пошли? Судя по всему. Или вы знали? Никто не знал. Вы случайно оказались? Коллега, где она сейчас? Ну, то есть, короче, ладно. Телефон, блядь, дай я ее. Я к ней обращусь, да, насчет твоего канала. Дай ей телефон. Ладно, а вы никогда не были здесь? Нет, впервые. Ну, ладно, а вы, коллега, что у вас за сфера? Вы все вместе работаете, да? Нет. А вы чем занимаетесь? А, я аниматор, но... О. Но не тот, который... Не да. Тот, который секунду. В костюме пирата. Есть такое, что его немного потрепало? Я аниматор, но! Я не буду!
буду ничего делать сейчас. Потому что. Потому что первый вопрос, ты железный человек, блядь. В каком костюме ты выступаешь? Но я не такой аниматор. Я рисую. А, ты рисуешь. Да. Ты рисуешь на песке, фломастер, чем рисуешь? На компьютере. Сейчас все происходит на компьютерах. Ну, ты, может, знаешь, что монтируешь видео, что-то такое. А, ты приходишь... Слышал, наверное. Ты приходишь на праздник? Нет. Это именно то, о чем обычно все думают. А, ты аниматор для... Все, понял. Мультипликат, вот это все. Да. Так это мультипликация, нет? Ну, я делаю игры, поэтому как бы это не считается мультипликацией. Я должен был сразу понять! Стоп! Блин, раньше он такой, стоп! Обидно. Я знаю. Че сразу айтишник? А это тоже обидно? Айтишник? У меня совсем другая сфера. Я, типа, не пишу код. Я не занимаюсь всяким анализом и прочей херней. У меня творческая работа. Обидно. Угу. Сальвадор Дали же за компьютером сидел, бля. И Матисс, они все такие садились, брали мышку. А что, вы просто... Вы дружите? Ну да, да. За кем-то из них ухаживаешь? Нет. Нет? Почему? Потому что у меня есть девушка. Ты не поверишь-то. Да, я не поверю. А где она? В Красноярске. Как вам? Вы, наверное, не первый раз в Петербурге. Ну, не первый, да. Как вам Петербург? Никому не понравится мой ответ. Ну, грязновато, что мы с тобой сделаем. Ну, грязновато, ну что? Грязновато? Конечно. С Красноярска? Ебучи. В Красноярске гораздо грязнее. Красноярск, да? Гораздо грязнее. У вас там воздух разъеб, конечно, я слышал. Так вот именно, хочется же в Петербург. Думаешь, приедешь, будет охуенно. Приезжаешь, а тут, ну, чуть-чуть получше. Так, дверь чуть закрываем, бля. Дверь закрываем сейчас, бля. А чем мне нравится? Где грязно, извините? Везде. Город абсолютно неухоженный. По сравнению с Москвой, просто невероятное говно, ребят. Так. А, смотри, ты с той стороны его обходишь, блядь. Человек с масками, будь наготове, блядь. Ну, красиво, ребят, красиво. Да, не надо, очень блядь. Красиво, вот невероятно. Подачек не Такая надо. Такая красота, вода, это же просто. Подачек нам не надо, мы все услышали. Есть такое, что мы все немного обиделись, да? Мы такие, пиздец. И мы сейчас... Ну-ка, похлопайте, кто из Петербурга? 20% зала, остальные что, сильно обиделись? Почему? Потому что я сильно лучше приехала пару дней. Слышь, ты, блядь, да, нахуй. Да, слушай, хорошо. Кстати, я был в Красноярске, мне понравилось. Поздравляю. Там многие жалуются, что там воздух, что-то создано. Воздух говно, полное говно. Блин, я не заметил, если честно. Я такой, нормальный воздух. Ну, тебе повезло, ты, наверное, был летом. Летом у нас дует ветер, нет никакого говна. Но зимой это ужасно. Я был летом, да. Летом был. Было пиздато. Ладно, какие-то завтра выйдет игра, а какие-то еще планы на будущее, что-то есть? Отдыхать 3 месяца от этой ебучей игры. А вы сколько ее делали? 3,5 года. 3,5 года, блин. Ты прям вот это все рисовал, вот эти штучки. Да. Было, что ты в какой-то момент, сука, ебаная? Было? Конечно, было. Как часто? В конце. В конце, когда это все должно было собраться в что-то цельное, да, это было... А ты работаешь, это американская компания или нет? Ну, формально, да. Там много русских, но много и не русских, поэтому, да. Много и не русских. Федор! Ладно. Не совсем. Ты хотел вопрос задать какой-то? Или ты... Как меня зовут, вот это все? Да. А, меня зовут Недаля Абугазали, я занимаюсь стендапом. Это вот передача, которую я снимаю на Ютубе. Есть канал Абу Шоу. Посмотришь, я посмотрю эту игру, ты посмотри мое шоу. Договорились. Все, давайте поаплодируем, парни, спасибо. Так, все. Да можешь не, пиздата же на игре. Еще одного? Ладно, Костя решает. Того, кто с масками? Бля, боюсь. Ладно, стойте. А, дружище, ты как, ты готов пообщаться? Давайте, можно передать? Извините. Что? Поближе? Можно вас поближе? А куда? А что это место вообще? Мы сейчас человечка поставим здесь одного. А, можно вас на секунду? Пересесть. 20 евро. 20 евро. Блядь, нахуй ты, блядь, пиздец. Закончить не могли, блядь? Сюда, пожалуйста, пиздец. Снимают со всех сторон. Добрый вечер. Здравствуйте. Так. Вы случайно оказались, да? Вы были где-то в другом зале? Случайно где оказался? А? Случайно где оказался? Здесь. Здесь? Нет.
Не случайно. Нет. Вы знали, куда шли? Знал. Ладно. А, Максим, как вас зовут? Михаил. Михаил. Да. Поаплодируем Михаилу, поаплодируем. Так, а... Хорошо. Вы встревожены? Все в порядке? Вы сказали, что-то... Вы такой встревоженный? Ну, сложный день был, поэтому я так... Что случилось? Ну, на работе там не все хорошо. Тут въебывается. Не хочу грузить всех, поэтому, знаете, не надо. Всех не надо, меня пригрузить чуть. Я... Начальник доебался, что случилось? Нет. Кстати, мы вот с товарищем, коллеги в некотором смысле, тоже, да, из той же сферы, что и он. Ты тоже да. Мультипликатор? Не совсем. Кстати, аниматоры хорошо зарабатывают. Ну... Когда мне в проект... Да, да, когда мне в проект нужен был аниматор, я... У меня запросили... $300 за 40 минут работы человек. Сделал работу, да, и поэтому... Вот. Че, пиздат, Костян? Хуя она показывает. Мне нравится, как ты показываешь. Давай, блядь, да-да. Давай, не дали, блядь, побежали, блядь. Так, а вы тоже аниматор? Нет, нет, айтишник. Айтишник, да. Да-да! А что вы... Вот, смотрите. Вы что-то создали? Что? Что-то создали? Что-то сделал? Создал. Что? Игру. Несколько даже. Опа-па. Ну-ка, доставайте свои эти... Что за игру? Так, а у кого андроиды здесь? Айфоны? Поднимите руки, у кого андроиды. Ты сейчас такой, у кого айфоны, это, не получится. Дэнди, помните? Кадриджи. Кадриджи, есть у кого-то кадриджи? Спектрум был еще такой компьютер. Спектрум был еще такой компьютер. Будь здоров. Так, я понял, да. Спектрум. Что создали? Извините. Вот человек создал игру. Вы что создали? Игру тоже вот могу. Как называется? Так, а можно я капюшон одену? Произнесу название, чтобы так... Потом, если вдруг что-то будет... Стой, подожди секунду. Проблема что? На работе или с наркотиками? Просто один вопрос, да. У меня один вопрос какой-то. Бля, сейчас, стой секунду. Давай-ка. Да, вот так вот, давайте, да. Как будто это ебать тайна. Да. Давай. Да, игра называется... Игра называется... Ты уже как будто да. Сосать ему хочешь. Подожди секунду. Давай. Игра называется? Игра называется, вот последняя, которая создана была, называется Make Her Laugh, что переводится как «Рассмеши ее». Смысл игры прост. Ты так, да. А мы все время должны здесь сидеть. Мазда название мы услышали. Давай. Давайте поаплодируем. Ты проверяешь? Ты проверяешь. Make Her Laugh. Смех, да? Смех? Да, да, как раз про смех. Так, и что? Это для телефона, да? Да, 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 конечно. Так. И что, в чем суть? Ну, суть в том, что тыкая в экран телефона, вы как бы щекочете девушек, которые там находятся в кадре. Это вот эти игры, где такие челки, типа, ой, блядь. Не-не-не, это не 18+. А сколько плюс? У вас же тоже здесь, или сколько у вас? Какой у вас рейтинг вашей передачи? Пока так себе. Пока так себе. Ну, это, ну, все же видели вот эти, типа, в телефоне всплывают, там, да. Игры, там, типа, тёлки с сиськами, и там, типа, нет, продюсер, блядь, и там вот это. Я один это вижу. Ну, такая мы команда, блядь, да? Ладно. А вы создали вот первый тишек. Там надо щекотать ее. И суть, ты ее рассмешил, и что происходит? Ну, проходить уровни разные, там вот всякие разные. Не, ну ты ее рассмешил, она такая... Нет. Она наоборот, такая, ой, я оденусь лучше, да, или что? Нет, не в ту сторону. А в какую? Рассмешив девушку, вы как бы достигаете цели эпизода. Ну, то есть, там... Это мы сейчас о окончании говорим каком-то? Цельность эпизода, что такое? Нет. Ну, например, эпизод номер 4, девушка-актриса. Во время проб в театр она не может... Блядь, да. это сюжет какой-то, нет, блядь? Это... Она не может пройти на сцену, потому что там много... Нет, она не может выразительно смеяться. Режиссер говорит, я тебе не верю, Станиславскому, не верю, да? Да, я тебя научу смеяться. И как бы вот он ее щекотит, и тем самым в шекспировском этой «Сонь летнюю ночь» она уже смеется верно. Как свободное время проводишь? О, ну, сегодня пришел к вам. Так. На огонек. Сейчас польется вода. Я знаю, у них здесь эти противопожарные штуки. Вещи у вас упали. Спасибо. А еще что делаешь? Ну, на гитаре люблю играть.
Ща. О, боже мой. Так, а на гитаре любите играть? Да. Цой? Ну... Анита Цой? Это очень Виагра? Сложно. Виагра? Это очень сложно. Виагра на гитаре. Девушка что-нибудь есть? Так вот же она. Нет? Это вообще было бы... Даже мне, блядь, неловко стало. Тихо. Не надо. Блядь, пиздец. Так вот же она, я, блядь, подошла. Вот же она, наверное. Что, блядь, в смысле, блядь? Короче, пока, видимо, нет девушки. Как из этой ситуации выходить, я не знаю, блядь. Планы, мечта, что-то есть, что-то? Ну, чтоб все были здоровы, счастливы. О, спасибо тебе большое. Вот это, о, молодец, аплодирую. Все, кайф, да? Спасибо. Кайф, достаточно. У вас очень хорошее шоу. О, подожди, спасибо. Секунду, подожди. Прекрасное место, всем спасибо. Давайте поаплодируем, спасибо большое. Спасибо, Михаил, давайте поаплодируем. Давайте всем поаплодируем, с кем мы общались. Так. Я вам не доверяю. Так, ну, бля, пиздец, что-то надо же, что-то... Мы что-то с этого соберем, да, по-моему? Так, давайте всем поаплодируем, с кем мы общались, всем поаплодируем. А можно свет? А что, в конце тоже выключим? Да? Ладно. Так, очень уютный вечер, по-моему, получился, очень уютный вечер. Вам понравилось? Понравилось, было уютно, что-то... Да, ну мы тоже нарежем, что-то было нормально, что-то было смешно. Точно. Что? Тебе не понравилось? Нет, мне понравилось. Ага. Не нарежешь? Ты охуел? Ты чё, Фидос, ебать, ты чё, охуел? Проснись, бля. Мне понравилось. Ага. Нарежем? И тебя нахуй нарежем. Обрезание можно повторить, ты в курсе? Пиздец, понаехали, хачи, ебать, блядь. Приезжают, блядь, там в город, ебать, нарежут, блядь, нарежут. Ну, хочу, блядь, не работает, да? Ага, пиздец. Ну, под губой там, либо нацвали, либо хуй, блядь, я не знаю, Ну, так, ага, в ФМС позвони, посмотрим, как его нарежет, блядь. Пиздец, приехал, ломичи, ебать, да. Та-та-ра-та-та-та-ра. Это расизм. Ладно, это... Ребята, мы сняли еще один выпуск в Петербурге. Он был интересно. Напишите в комментариях, сыграете ли вы в игру, которая вышла, и любите ли вы щекотать тёлок в телефоне. Обязательно напишите. Круто, что смотрите. Самое главное, не забудьте, что сделать? Подпишись, бля! Спасибо большое, это было Абу Шоу. Спасибо большое.